согласен, что церковь не может превратиться в монастырь. И это сегодня, наверное, не привлекает, а отталкивает. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Когда речь идет об одежде или внешнем виде, Библия говорит, чтобы мы одевались как прилично святым. Понятие, опять же, приличия очень растяжимое. Мне кажется, это одеваться соответственно времени, соответственно обществу, которое живет вокруг нас. Но опять же, общество наше очень полярно. Есть люди очень, ну, и состоятельные, и которые много вкладывают в одежду, в прически, как бы отдают этому слишком много внимания, и они как бы на гребне волны, они вот тот самый писк моды ловят. Я не думаю, что это нужно церкви, потому что это будет не привлекать, а отвлекать от Христа, от той самой атмосферы. Это как раз уже во вред, оно будет отталкивать. То есть оно будет собирать вот эту вот субкультуру какую-то, оно будет собирать, я согласен. Но фактор сам, который будет привлекать людей и собирать, будет не Христос, а вот эти самые субкультурные, вот эти отличительные особенности, и туда будут вот такие люди собираться потусить. Я не думаю, что это сильная сторона церкви. Но другая обочина, когда церковь сильно уходит в консерватизм, и она уже, ну, становится какой-то сектой, сектантской, она закрытой. Вот, поездив по церквям в России, я вижу, что люди, в общем, ну, достаточно открыты для общества, их внешний вид. А с другой стороны, я был в одной церкви, где у пастора, скажем, серьги в ушах. И я специально посмотрел по аудитории, я увидел, что, наверное, ну, больше 50% ребят в церкви тоже носят серьги в ушах. И я понял, что это уже, ну, такой бренд. Это не потому, что, ну, все ребята носят серьги в ушах. На улице даже не так часто встретишь, чтобы кто-то из ребят носил серьги. Но поскольку пастор — это как бы вот лицо церкви, и вот он импонирует или ему это нравится, туда такие люди истекаются. И это же понятно, что кто-то сказал, что церковь создана по образу, по подобию пастора. Вот. Но я думаю, это не комплимент. Церковь все равно должна быть создана по образу, по подобию Божьему. А пастор — это постольку поскольку. Но все равно птицы слетаются по роду своему. Поэтому я бы волновался за то, чтобы все-таки не заслонить Христа своим острым имиджем, своим острым языком. Можно слишком быть динамичным, темпераментным и обаятельным, что Христа заслонить. И это не просто красное словцо. Я действительно за это переживаю. Вот один человек говорит: пастор Алекс, представь, чтобы у нас в церкви лидером прославления там стал, не знаю, Андреа Бочелли. Я говорю, я думаю, это было бы во вред церкви. Вы серьезно? Я говорю, я думаю, да. Если бы это был сольный концерт, о, прекрасно, я только за, если бы этот человек спел христианские гимны. Но поклонение — это вся церковь, это другое, это не для впечатления сделано, чтобы все ахнули, о, как у них. Это поклонение — это атмосфера, это наша семья собирается. И мне кажется, что такой талант, такой гений, он бы заслонил собой всех нас, простых, без музыкального образования, как я. Вот потому здесь надо быть очень избирательным. Не все, вот, что блестит, нам подходит. Я не хочу быть елочкой, которая, вокруг которой бегают дети. Я хочу, чтобы Иисус оставался Иисусом в его церкви.